Столице региона исполнилось 1076 лет. В честь празднования дня рождения столицы напротив площади Алания состоялось торжественное открытие первого сухого фонтана в регионе. На красочном мероприятии собрались местные жители и гости столицы. И хотя официальное празднование перенесено на 20 апреля, сегодня администрация города решила преподнести жителям такой подарок. Запустили новый фонтан все вместе. Фонтан выполнен в стиле древнего ингушского орнамента, при этом каждый элемент наполнен особым смыслом. Целиком композицию можно увидеть с высоты смотровой площадки башни Согласия. Это еще один объект, который идеально вписывается в интерьер столицы. Это место, как вы уже видите, сегодня за один день стало излюбленной площадкой для наших горожан, гостей, для наших детишек, для всех наших жителей. Поэтому отрадно, очень приятно, что вот такой фонтан у нас открывается. И вообще таких мест должно быть намного больше, чтобы всем нашим жителям было где отдыхать.